29 марта в региональном министерстве спорта отметили победителей и призеров 6-х всероссийских зимних сельских игр. В Красноярске Омскую область представляли 25 спортсменов. Показав хорошие результаты в личных первенствах, наши атлеты заняли 3-е общекомандное место. В этой борьбе, и учитывая тот факт, что у нас команда была все-таки обновлена на 60%, это были дебютанты. Это еще дополнительная нагрузка для спортсменов, как ответственности, так и отсутствие опыта участия именно во всероссийских соревнованиях. Поэтому это участие можно оценить только как успешное. Спортивная семья Ивасюта впервые принимала участие в сельских играх. Семейный дух, сплоченность и воля к победе помогли спортсменам из Кормиловского района Омской области завоевать серебро в многоборье. Мы неоднократно ездили и на областные, здесь у нас в Омске. У нас пригласили, мы поехали, конечно, мы постарались, чтобы все было как можно лучше, и выступили, соответственно, заняв 2-е место, не подвели свою команду. Еще один дебютант всероссийских соревнований Наталья Елисеева привезла из Красноярска золото. Она выиграла соревнования по гиревому спорту. Рассказывает, было нелегко, ведь выступала уроженка Саргатского района одной из первых. А сильные соперники, зная результат лидера, выходили на помост после. Соревнования проходили в 3 дня. Очень упорная борьба была. Соперников было очень много, и каждого недооценивать просто невозможно. У каждого заявленные результаты очень высокие. Поэтому надо было работать на максимум. Спортсмены награждены денежными призами и благодарственными письмами Министерства спорта Омской области. Отметим, за всю историю всероссийских соревнований команда нашего региона 2 раза становилась чемпионами игр и не опускалась ниже 3-й строчки в командном зачете. Большое влияние оказывают, конечно, наши праздники Севера и Королевы спорта. И самое главное, то, что проходят районные праздники, которые каждый район, 32 муниципальных района, проводит у себя, чтобы люди продолжали заниматься спортсменами. Вы сегодня видели, что у нас награждалось 2 спортивные семьи. Это немаловажно.